Посмотришь на мои товары? Граждане, внимание! Шериф Блэк сообщает о повышенной активности бандитов к северу от города. Отмените все несрочные поездки до тех пор, пока ситуация не нормализуется. Так-то лучше. Теперь ты похож на нормального честного труженика. Есть еще одна проблемка. В моем городе нельзя просто бросать машины на улице. Мы культурные люди, у нас есть правила. И раз уж ты собираешься тут пожить, найди, где парковать свою колымагу. Зайди по дороге к Мику в гараж. Он поможет. Понял? После Мика сходи к шерифу Блэку. Припасы для Дэна уже у него. Тебе понравится наш шериф. Говорил с Миком насчет гаража? Так чего ты ждешь? Добрые жители Источника. Шериф Блэк получил неприятные известия о появлении мутантов... Так. Здорово, приятель. И что тебе надо от Мика? Сообщайте о замеченных мутантах шерифу. Ах, гараж! Тогда ты пришел по адресу. Могу предложить лучшую сделку в пустошах. Ты отдаешь машины в починку только мне, и знаешь что? Аренда будет бесплатна. Как тебе? Я вижу, ты достал одну из тех раций. Адски удобно, может пригодиться. Если где-то застрянешь и потребуется буксир, только дай знать по рации. Как тебе мой сервис? Эта дверь ведет в твой гараж. Но можешь проехать до главных ворот снаружи, и я тебя впущу. Проще простого. А, кстати, добро пожаловать!
источника. Должность мэра возлагает на меня ответственность за свободную торговлю в городе. К сожалению, я получаю сообщение о раздувании цены ничего. Дай угадаю. Кажется, Клейтон о тебе говорил. Ты посыльный от Дэна? Боюсь, все не так просто, дружище. Я не отправлю все эти припасы на невооруженном баге. С таким же успехом их можно просто выбросить. Вот что, зайди-ка к Расти. Он у выезда на трассу. Он поможет тебе с оружием. Ясно? Найди себе пару стволов, и я отдам тебе припасы для Дэна. Ты плохо слышишь? Ты не притронешься к припасам, пока не обзаведешься оружием. Ясно говорю? Ты плохо слышишь? Ты не притронешься к припасам. Эй! Говорят, мутанты наступают на поселение. Скоро будут ломиться в городские ворота. Бесполезный хлам, поскольку в нем могут находиться распространители болезней и насекомые. Пожалуйста, пользуйтесь специальными мусорными баками. Нарушение закона карается высокими штрафами. Помните, сообща, мы можем сохранять чистоту. И безопасность в городе. Спасибо. Люди постоянно пропадают, но вряд ли это мутанты. Что-то странное происходит. Будь начеку. Слушай сюда. Я принимаю только гоночные сертификаты, которые можно... Эй, друг! Ты похож на гонщика, если я хоть что-то смыслю. Хочешь рискнуть на трассе, выиграть пару сертификатов? Поверь, они тебе реально пригодятся.